Здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Я с вами, Марина. Сегодня я так устала пришла. И мне вот такие томатики. Посмотрите, это Пиноккио. Я прям посмотрела на стеллаж. Сначала они мне были на окне, на подоконнике. Потом сейчас я уже 6 часов поставила их на стеллаж под лампу. И у меня настроение появилось. Сразу усталость ушла. Это меня радует, Пиноккио. 27.11.22 года был он посеян. Ну, уже красненький. Уже завтра можно его кушать. А сегодня у нас какое число? 29 апреля. Я думаю, что и другие будут уже красненькие к 1-2 мая или к 9. И также мне радует каменный цветок. Тоже розовенькие уже. Прям вот гирляндики. Смотрите, какие. Как на винограда похож он. Как виноградинки. Прям усыпанный, усыпанный. Еще цветет. Еще цветет. Вот там я его пролила. Теперь надо подкормить. Биогумусом подкормить. Я химии не делаю, только биогумусом. Потому что в горшках не стоит увлекаться химией. Я же хочу чистые, без всякой химии иметь в горшках. Поэтому не надо. Я так считаю. Смотрите, сколько там завязей. Очень много. Я уже показывала. Но главная суть в том, что у меня уже красные помидорчики. И настроение сразу появилось. Пересадила также Red Robin. Так, это у меня балконе Red. Посеянный был 15.12.22 года. Уже соцветия появились. Вот такой он маленький. Я его пересадила уже. Вот такой в горшок. Какая разница, черный, желтый, да? Главное, что горшки есть. Это от винограда. Вот эти горшки были виноградных. Покупали. Так, а здесь тоже меня уже радует посеянный чудо-карлик. Был посеян 22.12.22 года. Уже цветет чудо-карлик. И там чудо-карлик пока еще только наливаются томатики. Вот они какие. Ну и цветет также там еще много. Я очень рада, что мои томаты начали зреть. Зреют и меня радует. Вот так мой огород на стеллажах. Я очень довольна. Знаете, вот настроение сразу появляется. Когда посмотришь на стеллаж, и прям вот радость какая-то о проделанной работе своей, что не зря я с ними тратила на них время, пересаживала, уделяла им внимание, включала рано в свет. Это же много значит. Заботу проявляла о своих томатах, прежде всего. Ну, думаю, скоро мне и порадует чудо-карлик. Будет тоже красненький. Сейчас я спущусь с лестницы с верхнего этажа. И здесь у меня уже некоторые я пересадила, но остались еще у меня 4 штучки, которые тоже надо пересаживать. Но пока еще рано. Вот этот надо пересадить, но я его не пересадила еще. Так, это у нас морошка. Да, морошка. Вот ее надо пересадить. Большой горшочек. Ну что ж, сейчас. Завтра, может, погода будет хорошая, не знаю, в это время, вот солнце сегодня светит, а буквально сегодня до 11 был дождь. Ну, я надеюсь, что погода установится, и можно посадить картофель. У меня огород спаханный, главное, чтобы посадить, чтобы дождей не было, ведь люди даже еще не спахали огороды. Представляете, сколько надо будет, чтобы земля была сухая? Это очень обидно, что такая погода. Сейчас тем более майские праздники. Все будут ехать в деревню на свои участки, на дачи, чтобы сделать что-то для себя на
заготовить на огородах, как говорится, посеять, посадить. Но холодно, очень ночью холодно. Вот сейчас, вот 6 часов, да, вечера, у меня на восточной стороне 7 градусов, а на северной стороне всего 4 градуса. Представляете, это время уже 6:30 вечера. Вот так, разница какая. На одном окне 8-9, а на другом 4 градуса. Так бывает. Ну, это у меня сладкий, маленький перчик сладкий. Так, и я еще покажу сейчас еще острый перчик. Там такие уже, но еще они зелененькие. Мои острые перцы. Сейчас я вам покажу. Смотрите, какие. Вот они. Гляньте, какие. Прям гирлянды тоже. Видите, сколько их там много. Вот они, усыпанные. Усыпанные перчики растут. И цветут очень много, ведь я утром-вечером вот так их потряхиваю, чтобы больше было самоопыление. Не происходит же, правильно? И для этого надо или вот так пальчиком перепылить, или потрясти немножко вот так с двух сторон взять. Руками я камеру держу, а так с двух сторон так вот и все. Так что перчик острый, это оладинчик, меня радует. Оладинчик. Так, а посеян мой оладинчик был 07.11.22 года. Оладинчик был посеян. Так, еще хочу показать. Ай, гномик. Смотрите, какой томат большой у гномика. Видите, какой гномик. И тут цветет. Вот так тоже перепыление производим. Ну, конечно, он очень высокий, этот гномик. Но ничего, я его... опору сделала. Гномик будет еще. Ну, томат здесь. Плод очень большой. Больше всех. Даже больше чудо-карлика. Ой, как пахнут. Прям помидоры. А здесь у меня тоже Пиноккио. Только цветет. Потому что он был посеян позже. Посеян. Тут у меня каменный цветок тоже цветет уже. И уже плоды. Вот смотрите, видите, плодики, как виноградики на каменном цветке. Очень много. Но горшок, мне кажется, надо пересаживать. И тот, мне кажется, надо 10-литровый обязательно. Потому что плоды маленькие. А если бы... объем больше был бы, то, наверное, бы и плоды были больше бы. Вот, смотрите. Видите? Вот такие дела. Так что спасибо вам за то, что вы посещаете мой канал. Я с вами, Марина. Я показала свой огород, свой на стеллаже. Спасибо всем за то, что вы посещаете мой канал. А я буду радовать вас своими видео о томатах, которые растут мне дома. Оладинчик тоже есть, вон он. Я уже показала. Еще вот так вот он, оладинчик. Видите, там зелененький. Все, а там северный сияный. Все, пока-пока. Здоровья всем. Еще раз показываю. Завтра буду кушать красненький.